Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите мою маленькую покупку. Это вот такие вот чудесные, шикарные, красивые десертные тарелочки. Сногсшибательные. Сейчас я вам буду их описывать поближе, чтобы вы увидели всю эту красоту, потому что камера, как вы знаете, не всегда это передает. В наличии их 6 штук, и я думаю, что ими можно пользоваться как на праздник, допустим, или повседневный, кому как удобно. А некоторые могут, допустим, и их как декоративные, но обычно декоративные покупают, используют, когда их по 2 штуки, и вот есть выбор, но здесь они все одинаковые, с одним и тем же рисунком. Поэтому я думаю, это мое мнение, что их разъединять нельзя, вот так скажем. И они будут продаваться, конечно же, комплектом. Хоть здесь и не написано под мануфактурой, что это костяной фарфор, но на просвет это, конечно же, они аж все светятся. Вот я сегодня в другой комнате съемку делаю, и не очень удобно вам это показать, если только люстру включу. Вот сейчас я попробую. Посмотрю сама. Ну да, видно. Сейчас тогда я камеру возьму. И вот чтобы даже не отключать, я вам это покажу, продемонстрирую. Так, вот люстру включила. И как же вам не очень удобно. Ну, если вы, вот видите, пальцами играю. Вот. Это, конечно же, она так просвечивает. Ой, неудобно. Посуды сегодня было очень мало, и я их случайно увидела, эти тарелочки. Была там одна маленькая тюрина, но она у нее объем, наверное, миллилитров 500-600. Мне заказывали подобную, но не понравился людям рисунок, поэтому я ее не купила. А так она была от мануфактуры Classic Rose Rosenthal. Ну, перейдем к тарелочкам. Посмотрите, какой рельефный рисунок. Красивый. Проходит по всему краю тарелки. Здесь нарисована айва. У нас в Узбекистане. Ну, ее здесь в Германии тоже продают, но она уже, конечно, не такая. А вообще у нее, у этого плода, у этого дерева очень много сортов. И она разная на вкус. И вот такие нарисованы. Это фундук, орехи. Так, это у нас Тиршерройтер, и внизу написано, что это Хутченройтер. Состояние очень хорошее этих тарелочек. Я еще раз скажу, что их 6 штук. Немного расскажу сейчас вам, вы пока смотрите, любуйтесь этой тарелочкой. О том, что было в магазине. Поставили, конечно, шикарный сервиз от Виллероенбух. Чайный
и столовый сервиз. Он с одним и тем же рисунком, я думаю, это комплект, но оценили его также по отдельности, потому что нереально купить по такой цене, конечно же, два сервиза. Ну, многие, конечно, могут позволить себе это, но он очень роскошный. Не всегда я наблюдала, что у этой мануфактуры ставится костяной фарфор, а эти сервизы именно такое. Он аж светится обычно. Эта фирма, она, ну, тяжеловатые сервизы. И я потом будет в ролике тарелки под горячее с разным рисунком, салатовый и голубой, тоже от этой мануфактуры, но уже не костяной. И это будет чувствоваться вот на вес, на просвет. Отличие, конечно, сумасшедшее. Ну, вы сами все это увидите, конечно. Я на просвет в магазине не делала. Там не очень это удобно. Ну, и посетители там не сегодня были такие придирчивые, которые жалуются потом, втык дают людям. Ну, не будем о плохом. В общем, постараюсь я сделать это, озвучить. Ну, видео будет из магазина, но оно не очень будет большое, потому что, ну, не так. Практически сегодня ничего не выставляли. Вот. Ну, вот сегодня, я думаю, домашнее видео вот я заканчиваю. Тарелочки будут выставлены в телеграм-канале, на инстаграм. Заходите, интересуйтесь, подписывайтесь, рада всем. Отвечу всем. Ну все, дорогие мои, до новых встреч. До свидания. Пока-пока. Вот такой вот небольшой кувшинчик, новый, в упаковке он. Такое ощущение, как будто он декоративный. Я его потом вынимала. Это сосуд для масла, для вина. Наверное, для вина, скорее всего. Он такой прикольный, тяжелый. Ваза красивая. Появился маленький молочник с какого-то сервиза. Поставили вот такую сегодня новую троечку. Но на ней очень много дефектов. Она очень старенькая. Посмотрите, какой рельеф по ней. И на ножки у нее потертость. И она вся потертая. Ей, видимо, пользовались хорошо, не хранили. Пили из нее чай, наслаждались красотой. Она вся потертая, и поэтому я ее не взяла. Хотя она очень тоненькая такая прям. Вот про этот сервиз я вам столовый говорила, Велероин Бог. Костяной фарфор, состояние новой вещи абсолютно. Здесь и суповые, и подгорячие, и десертные тарелки, есть супница. Три, по-моему, блюда овальных. И вот чайный сервиз. Он неимоверно тонкий. Прямо вот действительно, как будто его, я не знаю, прям из скорлупы какой-то сделали. Прямо тоненький. Идеальное состояние. Просто идеальное. Шикарный сервиз. Белоснежный такой вот. Очень красивый.
незабываемые ощущения после него. И вот в сравнении тоже этой же фирмы тарелки, по-моему, под горячее, но уже не костяной. И они очень отличаются. Очень отличаются. Эти уже такие массивные и тяжелые. А вот два салатника здесь глубоких прям. А, вот такая супница, по-моему, это. И три блюда, по-моему, три. Да, три блюда овала. А может быть, это тюрина, я даже внимания не обратила. По-моему, там нет для этой, для половника. 9, по-моему, под горячее и 12 суповых тарелок. А, здесь нет десертных. Вот такая вот была тюрина от Classic Rose, от которой отказались. Вот такая буренка, масленка. Но я не люблю масленки фарфоровые. И вот такой ослик, ишачок, ишак, как мы в Узбекистане их называли, ишак. Почему не ослик называть бы ласково тогда? Вот такая вазочка. Видео небольшое. Сегодня текстиля было очень мало. Вот хрустальный Мерседес, машинка. Я все вот смотрю вот на такие вот баночки для чеснока, для лука. Ну, никак себе не возьму, потому что мне не очень удобно куда-то ставить. И вот в заключение, это последний уже ролик, вот такие вот овальные блюда. И вот это, по-моему, Шуман. Это как подарочный был. Прошу прощения. Ну все.